термос от японского производителя Thermos, модель FHD объемом 1,65 литра. Слово «термос» — это изначально название компании. Японцы классно много лет подряд и высокого качества делали вакуумные емкости, и, собственно, теперь мы все их по всему миру называем «термос». Термоса выполнены из стали марки Aissi. Она является высококоррозионно-стойкой, она легко моется и не впитывает запах. Модель имеет объем 1,65 литра и вес 1 кг. Она отлично подходит для использования на несколько человек. Держит она тепло и холод 36 часов, соответственно, это такой настоящий экспедиционный термос. Можно брать его с собой не только на рыбалку или на отдых, но вполне себе взять в лыжный поход. Или, например, использовать во время длительных сплавов. Здесь можно хранить как напитки, так и еду. Крышка имеет большой объем. И также есть еще дополнительная емкость. Соответственно, можно вдвоем сразу пить напитки из крышки и дополнительной крышки. А пробка имеет оригинальную конструкцию. Здесь есть еще один микрофиксатор, для того, чтобы точно уже никуда ничего не выливалось. И открывается с помощью кнопки и фиксируется в открытом положении автоматически. Силиконовая накладка и уплотнительное кольцо сделаны из безопасного для здоровья материала. Также они хорошо моются и долго служат. Термос можно использовать для напитков. И в таком положении здесь очень удобно сделано горлышко, не будет разливаться жидкость, потому что есть дополнительное отверстие в крышке, и, соответственно, давление выравнивается. А можно целиком скрутить пробку и заливать сюда суп или засыпать второе. Помимо этого, у термоса есть удобная складная ручка, есть лямка для переноски, она является съемной. И также корпус усилен двумя пластиковыми накладками для того, чтобы термос можно было спокойно использовать, положить куда-нибудь в кофр и не думать о его сохранности. Таким образом, FHD в объеме 1,65 литра – это отличное решение для тех, кто ходит в походы и на природу с семьей, для зимнего экспедиционного использования и всех тех, кто ценит качественную и надежную конструкцию. Выбирайтесь на природу, берите с собой друзей, открывайте новые регионы, а за снаряжением приходите к нам на Сайкино 4 в спортмарафон.